Если ехать по трассе из Дубасар в Каменку, с левой стороны у села Гаяны открывается удивительный вид на Гаянский залив. Скоро это место будет не узнать. Здесь создадут райский уголок для любителей кемпингового отдыха. Место всегда привлекало туристов. Есть небольшой песчаный пляж, но купаться небезопасно. Место дикое, заросли, ни буйков, ни спасателей. Несколько лет назад у дороги поставили стол и скамейки. Сейчас есть идея, как сделать место комфортнее. Сам проект тоже достаточно такой яркий у нас получился. Хотелось бы надеяться, что у нас получится реализовать его именно в том виде, в котором мы его видим. Потому что все-таки зона предполагает дальнейшее развитие. Мы запланировали пока не только строительство беседок, подключение коммуникаций, строительство линий электроосвещения, также безопасный город, подъездные пути. Но в дальнейшем, возможно, будет правильно расширять эту зону и каким-то образом развивать ее. Возможно, может быть, какие-то прогулочные лодки, катамараны, пирсы для того, чтобы люди могли приехать. Вот как место для отдыха выглядит на проекте. Будет кемпинг для палаток и домов на колесах. Вода, свет, детская площадка. Можно жарить шашлык и ловить рыбу. Еще одно место отдыха появится в Дубасарах. Новый парк разобьют напротив детского лагеря, рядом с городским пляжем. Сам парк предполагаем сделать в эко-стиле, потому что достаточно территория удаленная от центральной части. Хотелось бы просто сделать какие-то небольшие дорожки, не плиточный вариант, скорее всего, что это будет рассыпанный мелкий щебень или мелкая галечка. Ну и элементы самого благоустройства, самого парка также будут сделаны в таком же стиле, в экологическом. В основном это будет использоваться только лишь дерево и природные материалы. В 80-х на этом месте хотели построить стадион. Так и не случилось. Сейчас здесь пустырь. Его начнут расчищать весной. Проведут свет. Построят спортплощадки для детей и взрослых. Турники, тренажеры, беговые дорожки. Будет и роллер-дром.